Видимо, не от хорошей жизни. Афганскую «Мона Лизу» приговорили к 15 дням заключения и штрафу в размере 110 тысяч рупий в Пакистане. Шарбат Гула, именно так зовут, пожалуй, самую узнаваемую на Западе женщину из Афганистана. И она призналась в мошенничестве и подделке документов. Сейчас беженка находится в тюрьме, и по истечению срока ее ждет депортация на родину. Шарбат Гула стала известна благодаря снимку, сделанному в 1984 году. Эта фотография появилась на обложке журнала National Geographic в июне 85-го. Ну а позднее была признана самой знаменитой и узнаваемой за все время существования этого самого издания. Долгое время имя девушки оставалось неизвестным, и в СМИ ее называли просто «афганской девочкой».